там у меня в комнате сидит? Кто ты такой? Как тебя звать? Я пиздец, меня посадят, видишь? Кстати, я помог $30. Ну, это же не твои деньги, это мои деньги. Никто же не знает, чьи это деньги. Ты же у меня в мастерской. Ты все боишься, все боишься. Счастный человек. Вдруг подумаешь, что это я в своей мастерской вещи. И деньги, блядь. Что ты делаешь? Ты же никто не написано, что это в Америке, блядь. Ты же пишешь английскими буквами, Илюшенька. Зачем человеку в советской мастерской писать английскими буквами? Не надо, это все пиздец, это я попался. Это же вырежут и будет сидеть, монтаж будет, все пиздец, блядь. Я хочу закончить уже все. То есть ты не чувствуешь, в каком это должно быть ритме, в каком это должно быть. Чувствую. Ну, может быть, это придется. Вопрос настроения какого-то. Только настроение, только. Больше ничего. Почему сейчас я вижу сразу? Что-то случилось, да? Что-то случилось. Что такое, Гриша? Что это, блядь, с нервами? Нет. А? Это, может быть, просто с другого угла свет имеет какое-то значение, не так упал, как понимаешь. Что-то такое. Где моя жена? Гриш. Это самое ужасное. Ты стал сумасшедшим со своей женой. Ей богу. Нет, ну так, скажи мне правильно. Ты можешь позвонить Наташе в любой момент. Наташа, как что-то. Да. Как мать, дочь, как. Да. Я сижу, блядь, как будто меня оторвали яйца. Действительно, это кошмарно. А? Это кошмарно. Кошмарное состояние. За что, блядь? Я не... И что я такое сделал? Да, да, да. Это не имеет никакого вообще совершенно вообще. Это... Сенса звонить по телефону, это ничего не дает. Я, правда, если ничего. Завтра звонишь, ты говоришь, звонил каждый день. Ну и что? Что, собственно? Ничего. Да. Нет. Ничего греха, там была страшная ситуация, картины не отправляли, знаешь, все это было. Да. Сейчас другое. Где жена? Нет жены. Неужели ее не отпустят? Это почти исключено, потому что сейчас Рейган приезжает. Ну, ее могут отпустить, но, может быть, когда-нибудь немножко позже. После открытия, да? Да. Вообще ты должен здесь сидеть, пока она не приедет. Слушай, неужели они думают какую-нибудь хуйню глупость, что человек должен вернуться, там, значит, заложник, блядь. Неужели все еще старые, блядь, в голове? Черт, честно. Я же купил билет в одну сторону только. Эти бараны могут подумать, что, блядь. Да, что ты решил остаться, ты понимаешь. Да. Темно! Едва пройти можно. То есть свет должен быть, Гришин, такой, чтобы человек только не разбил себе голову, блядь, об это самое. Ну, внимательно, надо будет посмотреть все это, понимаешь, нельзя. Я это вижу, Гришенька, я ночью это увидел. Ну, понятно.
ночь. Общий образ инсталляции Грищенко. Чтобы мы это поняли. Да. Ночь. Где ночь, Илюшенька? Что ты хочешь там сказать? Ночь. Где она? До перестройки. Как это? Ночь периода застоя. Это очень хорошо. Да. Ко мне спросят, какая главная идея вашей картины? Я скажу, ты знаешь, какая? Да. Ночь. Перед застоем. Горбачев что говорил? Именно это и говорил? Ну да. Я не певец ночи, я ее, как это сказать, разоблачитель. Там темно будет. Но они ничего не будут видеть. Там луч света в темном царстве. Видал там? Через дорогу потолки. Да. Ну хорошо. Мне, конечно, я просто вдохновлен этой возможностью. Пробить луч света в темном царстве. Так что мы будем делать с Собби, Алешенька? Собби? Да. Что мы будем делать? Я не знаю, что будем делать. Надо. Мы будем отказываться, если Вика сюда не, нет, если Вика сюда не приедет, конечно, то ты устроишь им большую хойсу. Нет, надо с бюрократией бороться. Понимаешь? Обязательно. Тут бесчеловечные отношения, причем бесчеловечные не обязательно к человеку, это я же не говорю, но государственные, никто не разобрался, в чем дело. Ну да. Ну а как же твоя жена, как чувство твоей жены, представляешь себе? Ну чувство жены, нет. Твой большой сейчас, помощник. Хорошо, я выступаю сейчас от лица людей, которые представляют государство. Делается огромный государственный, так сказать, ляп, страшный. Да. Надо было немедленно, как в любом месте это было, выяснить, что за художник, какая здесь ситуация, насколько это серьезно для государства. Это же просто отмахнуться, сразу сказать, что это не наше дело. Это как трамвай получается. Ну, конечно. Ты спрашиваешь, как проехать, он еще даже не дослушал, куда доехать. Не знаю, он говорит. Ну да. Что? Ну да, говорю. Ужас. И ты оказываешься беспомощным совершенно, потому что... Причем это же не твое дело, это дело государственности, дело культурной политики. Нет, абсолютно об этом не думаю. Но наведите справки, кто что. А секретарша тоже даже делала все, чтобы только отогнать мне вообще от тебя. В посольстве нашем. То есть в вашем. Нашем. Пройди по рядом, вот где смысл есть, понимаешь? И нужно, чтобы людей заставить. А, вот так. Ну, ой, потрясающе. В лунном сиянии снег серебрится вдоль по дороге троечка мчится. Безумно, это ты должен сидеть и ковыряться с этим делом. С говном, блин, когда есть... ждут великие дела. Большая мистика происходит лучше, даже не знать, что за галерея. Кто не знает, о ком ты говоришь? Люди. В посольстве. Потому что они неинформированные все люди, неинформированные. Да. Я член Союза, Союза художников 63-й год, член Союза журналистов такой-то, да. Такого-то года. Моя работа находится в музеях, в лучших собраниях мира. В Помпиду находится множество картин, находится в Базельском собрании, в Европе считающемся. Находится в музее Людвига находится. Да. Я регулярно продаю мои картины, даю огромные валютные поступления, огромные. Да. Это выставка, которая сейчас проходит, дала 120 тысяч долларов уже уплоченных в субъекте. Вот это мой, так сказать, маленький послужной список.
Все, что я здесь могу сделать, благодаря только любимому, дорогому Грише и Наташе. Потому что в страшнейший час, когда нет моей помощи, эти люди пригрели меня, дали мне кровь, смысл, язык, потому что я как обезьяна оказался, глухонемая вообще здесь. Ну, спасибо. Я считаю, что это мой интернациональный долг. Значит, меня интересует схема, помнишь, там называется схема, как Петр Иванович помогает спасти из лодки, спасти Николая Васильевича. Мы будем ждать, пока они освободятся, потом повесим. Вообще уже все в порядке. Да, все хорошо, Леша. Уже все хорошо. Хочу, чтобы не понял, как же эти все дистанцируются. Ну, конечно. Какое-то образ должен быть. Да, ты прав. А? Ты прав. Это канцелярия, которая, я же понимаю, да? Да. Знаешь, какой можно сделать? Сидеть в комнате, поставить бутылку, так любят. И правильно осветить себя. И внизу подписать. Мы как Рембрандт. Не как Рембрандт. Мы это сделаем потом. Может быть, потом сделаем. Сядем все вместе. Сделаем очень хороший рембрандтский свет. Такой контрастный, желтый. У нас вот иметь еврейский. Ну, морда будет еврейская. Значит, я приглашу сразу на волку, потому что я не знаю, как получится. Мы сделаем двойной портрет. Гениально. Пускай он в архиве лежит, то он нам... Эрик, ну расскажи, как твои дела? Как ты отправил выставку, да? У меня дела очень хуёвые. Не тот человек, который жаловался. В том смысле, что очень хороший. Я отправил эту выставку. Ты видишь? Знаешь, для тех. И иншуренс 7 миллионов долларов. Что это значит? Это значит, что если что-либо пропадет, или что-либо... Это страховка просто. Это замечательно. Да, но это на меня наклало таких обязательств, что страховая компания ни хера не понимает успеха. Пришла ко мне, у меня, допустим, царапина на холсте. Да. Или там какая-то, как называется, чертовая. Специально. Они это активируют. Значит, они у меня активируют. Все это время. Я не работал, я им объяснял, что это так задумано. Значит, это меня просто довело до состояния почти не меня. Ну и дальше. Они никто не понимает. И дальше, конечно, наш друг в черных сапогах. Ой, в шрамах. В шрамах. Ребята, я просто не знаю. Он вчера здесь был, между прочим. Или я его не узнал? Я не узнал. Он не узнал его внешне просто. Что такое? Что случилось? Кошмар. С вами, видимо. Что случилось? Что происходит? Что случилось? Он взбесился, ему нужен Кидовский, ему нужен Кабаков. Ну, Лешка, иди-то встань с ребятами, даешь тебя... Всем пока. Да нет, на улице, выйти на секунду. Хорошо. Здесь все работает. Нет, здесь-то все работает, я просто хочу. Ну вот и все. А теперь пойте гимн Советского Союза. Это будет, наверное, открытие выставки. Боже мой, где моя жена? Какой момент? Самый счастливый момент в моей жизни, блядь. А? Тогда не будет угла у пространства. Вот почему нет миссии. Гриш, потому что получилась перспектива. Это стена, ящик получился. Да. То есть эти крайние тянуть к углу. Да. Расширить просто, сделать больше объем, правильно, чтобы не было вот так близко все. Мне кажется, лучше стало. Что-то зашевелилось в жизни здесь. Что-то произошло.
теле. Для... Не дай бог, я боюсь сорваться. До Вики, до Вики. Для солнца. До Вики ты снимаю. Она будет здесь. Ну как? Она будет здесь, Гриша, блядь. Да, я так, колбасу так сделаю. Да, да. Ты знаешь, что я люблю искусство? Гриша, скажи мне правду. Ты большой художник. Нет, я... Ты говоришь, что я умею делать жим, что я колорист? Не убежден. Это гений. В школе, в каждой школе есть гений. Это человек, который расцвел, понимаешь? Так вот, у меня страшно мысль, что у меня нет, блядь, никаких талантов. Я попал в художественную школу случайно, ты же знаешь, я тебе рассказывал, блядь. Да. В узбекской школе, блядь, одинаковый балл, я тебе рассказывал. Ну вот, таким образом я как бы случайно попал в область искусства, понимаешь? У меня был комплексный чувство, что я просто случайно человек, у меня нет никаких талантов. Но я этим занимаюсь беспрерывно, что же делать? Состояние кошмарное, и надо же у какого-то постороннего узнать, потому что внутреннее чувство совершенно чудовищное, показывает, что ты без ничтожества ничего не имеешь и не убудешь иметь никогда, потому что вопрос будущего – это главное для юноши. У кого спросить о твоей судьбе, есть ли у тебя талант? Конечно, у гения. Но подойти к нему – это то же самое подойти к солнцу, блядь, и подтронуть с него пальцем. Обжечься можно, а гениальную голову можно спросить его нельзя. Это не положено, с тобой разговаривать. Гений, он в последней инстанции, живущий рядом, тут же на кровати, но далек от тебя, как Моисей, понимаешь? Слава Богу, есть посредник. И вот однажды я обращаюсь к своему приятелю, спрашиваю у него, как быть. Я хочу узнать страшную вещь. Он говорит, что ты хочешь узнать? Я хочу узнать, каков мой талант и вообще, кто я в художественном. Вообще, спроси его мнение обо мне. Как он думает вообще? Как я на это решился? Но я был измощен до последнего. Я был изнервен. Ты понимаешь, да? Мне надо было узнать о себе все. И он пообещал мне. Он пообещал днем спросить меня, как мои дела, понимаешь, как моя жизнь дальнейшая, от этого зависело все. Он ушел, я дрожал весь день, это ты можешь себе представить, что это такое было. Наконец, вечером он является с урока, идет ко мне. Пойдем в футбол играть, я говорю, пойдем, ну что? Подожди, аж 3 рубля у тебя есть, мы пойдем, может быть, немножко в кино сходим. Я говорю, ну ты спрашивал у него? Он говорит, что спрашивал? Ты у него спрашивал обо мне? Он говорит, да, спрашивал. Ну и что? Он сказал, не колорист. Пиздец. Пиздец. Это событие является для меня важнейшим поворотным пунктом. С этих моментов, потому что мне заниматься живописью и вообще искусством бесполезно, потому что со мной же все закончено. Ты должен тебе был какой-то для тебя. Я должен был вообще по логике вещей должен был бросить то же самое, что спросить у Эйнштейна, быть ли мне пианистом или там, не знаю, сочинять одни музыку, понимаешь? Со мной было все кончено, Гриша. Это страшно, конечно. Но благодаря этому мы имеем здесь эту выставку. Я не знаю, что благодаря этому, но с вот тем более, что живопись, это ну, как проклятый. Знаешь, я затесался в толпу талантов, колористов, блядь, я не знаю, пластиков каких-то, умеющих держать, я не знаю, там, контур или что-то, плоскость прогибать. Но со мной все кончено. Отныне я только фальшивый. Получилась интересная вещь. Я продолжал заниматься, что мне бросать художественную школу, куда бежать, а карточки требования и целый ряд других вопросов. Общежитие, мама, понимаете, без прописки. Надо продолжать учиться в этом. Но что же делать? Как же получать пятерки, если ты не колорист, если ты вообще не художник, если ты это дело даже не любишь? Я превратился в то, что ты знаешь обо мне. То есть я превратился в обезьян, который изучил, как надо притворяться быть колористом. Я стал диким притворщиком и на уроках выполнял все, что делает колорист. То есть я как бы фальшивил, это было как ты вчера назвал замечательное слово? Не спекуляция, а... Апроприация, симуляция. Симуляция, вот. Я стал симулянтом. Открывается она завтра целый день, с 10 утра до 6 вечера. До 7 вечера. До 7 вечера. И потом будет ужин, большой прием. No one will notice it now. Definitely. Tomorrow morning. То есть вот сейчас никто ничего этого не видит, Алешка, он говорит, ты понимаешь? Но завтра утром мы все это все увидим. Так, это каждый банки повесит.
Я связан с Марком Безум. Хотя, если у нас останется месяц, мы сами привесим. Какие? Две балки и муху подвесить к потолку надо. Он повесит, к потолку мы не можем вешать. А? Мы свалимся, мы не можем вешать к потолку. Он, нам он один человек нужен, чтобы они когда уйдут, остался. Или Марсен. Ну, Марсен останется. Марсен. Мы втроем закончим вообще. Да. Как ты себя чувствуешь сейчас, в пол первой ночи? Ну, как-нибудь хуёво. Второе дыхание, Лёшенька? Нет, дыхание нет. У меня очень сильно хороший стресс. Сейчас без 10 час. Ночь. Сегодня уже, кстати, наступил день выставки. Уже побежало все. Исторический час помчался вперед. What about the sheet that we're using for the перестанет кричать, где моя жена. Все, хватит. Кончилось. Кончились вопли, где моя жена. Кончились эти вопли. Так, начинается. Котенок. Знаешь, я надеюсь, что это самое. Мне там понравилась одна вещь. Это тебе. Бери. Ну как тебе это нравится? Как тебе это нравится? Это франкфуртская. Вика, то, что я сейчас делаю, ты понимаешь, в чем дело? Это вот уникальные кадры все. Это то, что вы. Понимаете, вот мне тут все говорят, что я приехала. Нет, я не верю до сих пор. Я никому тут не верю. Я не здесь, это мне все снится. О, я тоже. Минка, а вы вообще где? Рядом с Филадельфией? Колокольчиком твой голос юный.